бах, я напряжен. Я как пружиночка прям. Большая, толстая пружиночка. Ать-два. Ну ладно, что-нибудь пытаемся потом уяснить. А, да, F, атаковать! С другой стороны, чего-то другого ожидать от азиата, это, в принципе, невозможно, да? Потому что ты сразу ожидаешь, что он, ну, внебрачный сын Брюс Ли, который создан для того, чтобы резко делать кия, да, и тому подобные вещи. Жесткий, крепкий сюжет для 13-летних деградантов. Такой, знаете, свобода, типа, нас спасет. Единственное, что мне непривычно, конечно, это... Ну, я уже позабыл. Блять, будем откровенны, после Dark Souls в любой непонятной ситуации ты нажимаешь пробел. Стоит не увидеть какую-либо опасность. То есть, будь это противник, будь это... Ну, дверь, допустим, да? То есть, все, надо нажать пробел. Где ты постоянно должен убегать. Поэтому просто вот, когда ты бежишь здесь без останов... Сука, ки! Конец. Сука, иди сюда! Это будет мне изо всех сил помогать. Бля. Можно было пройти мимо, я уверен, да? Но если можно кому-то навалять в щи, почему бы не навалять в щи? Я единственное, что кручу, что пока не могу своровать оружие или что-то в... сука, добном ключ! А! Боже мой! Опять! Это просто какая-то... Какой-то ад, клянусь вам своей треуголкой. Такая грязь, я просто бегу и валяю в панике, начинаю спамить пробел. Альтернативная ветка. Оооо, посмотри на эти ноги! Эть! Сука, просто ниндзя, просто дочь Брюс Ли. Прям в пах, боже, как мерзко. Ох, я тигр, ох, я лев. Ой, я тигрица, ох, я львица, прошу прощения, да. Просто босок прорезается порой. Да, что ты бьешь неправильно так? С каким трудом... Ох, это просто потрясающе, на мой взгляд. Вот это вот падение. И, давай, сам переваливайся, давай. Пошел. О, боже. Кажется, он в конце сказал что-нибудь про фак. Ну, вниз я бить не могу, к сожалению. С другой стороны, может быть, я могу его подвинуть как-нибудь. Нет, это тело уже недоступно. О! Ну нихера себе, и наконец-то ответный, собственно, удар от всесильной корпорации. Да, я тупанул! Ну бывает такое. Прям в пах. И мне тоже куда-то... Ау, ау! И опять же, мне еще непривычный другой момент. Кажется, я ебнулся башкой в трубу, когда к ней подбежал. С такой загул забавный. Фейс, come back home. И потом не узнаю, что Фейс не смогла. Ха-ха. Вот тебе альтернативные пути для бега, да? Можно просто бежать, не прыгая. Вариант для старых ленивых, знаешь, или больных диабетом. А, сполз. И что же тут же, как же, куда же мне же... Оп, да, нет, вот так. Я там ничего не нащупал, я изо всех сил старался. Хуями воспользоваться, но чего-то не получается. Я тут... А! Вот как это работает, окей. Бег это мое все, без бега я просто жить не могу. Люблю, когда моя футболка не сухая, да, и плохо пахнет. Почему у главной героини на штанах в паху складки, как у мужиков с яйцами? Я никогда как бы не обращал особенного внимания, но сейчас ты меня заставил, я пытаюсь посмотреть. Никогда на подобное не обращал внимания, да? Но теперь я знаю, как вести себя в Таиланде, да, допустим. Ты не ожидаешь. А! Я тоже не ожидал. Начинается Dark Souls. А! А! Да какого хера? Нет! У, клево. А он упал. Ниш пошла. Ну, в общем, для кого-то это, конечно, и... Приуныл там за трубой, бедняга. Прям в воздухе развернулся, прям как зашапалашил от души.
А как я туда допрыгну? Туда вообще есть возможность допрыгнуть? Ну я ж, блядь, знал! Я ж, блядь, знал, что туда прыгать не надо! Как на этом ползать? Эть! Блядь! То есть вот эта вот штука. Видал? Видал, бля? Видал, как я двери открываю? Вот это вот от души. Уйди нахер, нормально я разбираюсь в местности. Задолбал. Почему они бьют меня в самую вот микоточку, в самые мои нежные, слабые ахиллесовые пяты? Пробег, проориентирование в пространстве. Сегодня, кстати, зашел в меню. Вот, допустим, вы можете оценить его красное с белым, да? И понял, что на прошлом нашем сайте, да, было немного некоторым людям тяжело, потому что когда я это включил, у меня глаза выжгло. Там полэкрана ярко-красного, полэкрана ярко-белого. Такой ад вообще. Что это значит? Зачем мне бегать по стеклянной стене? По стеклянной стене. А, я понял зачем, прошу прощения. Эх, получилось неловко как-то. И баннера саги тоже не будет. Я постарался в нее поиграть. Не, не мое. Не смогу второй раз я покунуться в то же самое. То есть первый раз, да, там было терпимо. Там было более-менее вменяемый сюжет и тому подобные вещи. Суровый так. Да ёбан... Вот чё ты со своей баннер сагой пристал ко мне? Да я вообще очень люблю стратегии, поэтому часто в них будем ходить, это факт. Но просто так вот вышла Dark Souls, да, третья, и она выглядела красиво, не так, как в предыдущей части серии. Поэтому мимо я пройти не мог. Но, блядь, вот какой-то мудак, да, сказал мне, что удачку надо качать. Ну, вроде бы и парень неплохой, да, не самый плохой из парней, которых мог бы тебе это сказать, да. Вообще отличный парень, вот, будем откровенны, не могу я на него обижаться, Сергей зовут. Фамилия Быков, вот. Никогда не думал, что вот есть... Ты посмотри, что... Это игра просто 10 из 10. Брать надо обязательно. Я просто трогаю стекло поверхности. Блять, мне вниз, я так увлекся. Нихера себе, хочу нож! Другая азиатка, ты гляди. Ох, тигрица. Спизди, 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 это спизди. На, с ноги, руки для слабаков. Что это значит? А, это для красоты, сука! Кия, кия, кия! Кия, кия, ша, ша, фу, фу, фу. А, блядь, промазал. Ох, слава богу, слава, блядь, господу богу, не намотала на винты, а могло бы. Сейчас блевану, боже, что это было? Не знаю, что это было, это было круто. Ну попробуем. Блять! Поезд немного проехал. Уф, смог. Ух, лев. Блять. О! Вот это поворот! Ай, я думал, я упаду, но нет, мне повезло. Все гораздо проще. А, тут есть лифт, кто бы мог подумать просто. Я сейчас вспомнил, как раз вот Mad Max вспоминали буквально недавно. Если бы здесь было тоже, в зависимости от того, как ты бегаешь, отражалось бы... ну... Качество бега отражалось бы на лице, в виде синяков, кровоподтеков и тому подобного. Как в Mad Max отражалась длина сессии в игре. Когда, если ты долго играл, играл, играл и не выходил из игры, ты весь покрывался такой кровавой коркой, такой под подтеками, синяками, фингалами. Просто я бы уже был весь избит нахер, по-моему, мне кажется. Бэнг, бэнг, бэнг!